мысли. Дамский роман. Детектив. Дамский роман. Детектив. Вы главный редактор. Можно войти? Так вы уже вошли. Предупреждаю. Если у вас детектив или женский роман, сразу... Разве я похож на женщину? Что за странные мысли? А что тут странного? Я, например, похож на женщину. На маму. А, в этом смысле. Вот мысли о времени и о себе. А в какой пропорции? Ну, этот опус в основном о времени или о себе? Это не опус. Это труд. Труд всей моей жизни. Здесь только мыслей, идей, дум. Я эти мысли всю жизнь записывал. Каждый день. Минут по 10. Странное для нашего времени занятие – ежедневно записывать мысли. Почему? Вот вы каждое утро читаете? Ну, у себя там в кабинете задумчивости. Ну, читаю, но есть такая привычка. Ну вот, вы там читаете, а я пишу. Хочу, чтобы вы напечатали мою книгу. На старости лет захотелось поделиться с людьми своими мыслями. Тут такие мысли есть. Вот, например. Все-таки будете цитировать, да? Угу. Угу. Желание осмыслить прошлое приходит к человеку сразу после склероза. Волшебно. И много у вас тут таких мыслей? Вся книга. Жаль, что вы пришли с ней сегодня, а не вчера. Жаль, искренне жаль. А что, я опоздал? Кончилась бумага? Вчера принесли такую же книгу? Да нет. Просто вчера меня не было на работе. К сожалению, просто мысли сейчас печатать невозможно. Книгоиздательство в кризисе. Все эти компьютеры, интернет, ридеры, они же убивают бумажное издание, вы понимаете? Так что, ну извините. Ну, значит, надо срочно печатать мою книгу. Пока не убили. Хочу подарить ее соседям. А то один хвастает, что дом за городом купил, другой новую машину, но хоть чем-то им настроение подпорчу. А зачем? Вы же от этого не станете жить лучше, чем они. Так это за границей главное, чтобы ты жил лучше, чем соседи. А у нас главное, чтобы соседи жили хуже, чем ты. По себе знаю. О, хорошая мысль. Надо записать. Ну, и на какой тираж я могу рассчитывать? Упс, тираж. Угу. Но вы оптимист. Кстати, в наш век, век интернета, книги чаще не печатают, а скачивают. Вы слыхали о таком? Хотя откуда в вашем-то возрасте? Про возраст у меня тоже есть мысль. Вот. В 20 лет все хочешь. В 40... Все можешь. И только после 70 эти желания, к сожалению, объединяются. 40. То есть? То есть после 70 ты только можешь хотеть. Тут у меня по любому поводу есть мысль. Потому что это книга о жизни. Да. Слушайте, а вы не пробовали ее сократить? Жизнь? Книгу. Ну, тут у вас мысли-то килограмма два. Ну, давайте так, вот вы поработаете, сократите ее в половину до килограммочка. И через годик приходите. Да, вот так. Так, молодой человек, мне нельзя волноваться. Еще немного, и вам придется вызывать скорую помощь. Ой. Что, у вас плохо с сердцем? У меня хорошо совсем. О! Я же сказал, вам придется вызывать скорую помощь.
О, тихо-тихо, ужас. Зачем вы мне принесли вот эти каракули? Нельзя было принести в электронном виде. Надо же хоть пытаться как-то идти в ногу со временем. Принесли бы на флешке. На чем вы сказали? Я не расслышал. А у нас еще и плохо со слухом, да? Да нет. Со слухом у меня все отлично. Да. Надо только батарейку вовремя менять. О, а вы не так уж далеки от достижений науки и техники, вы. А? Я говорю, недалеки вы от достижений науки и техники. Вот. А, да. Я полжизни в ней проработал. С академиками знаком. Да. Замечательные люди, да. Многим лично я дверь в науку открыл. Я на входе дежурил. А, швейцаром был. Наверное, стояли там в ливрее, да? Не понял, что вы сказали. Ну, я говорю, вы там в НИИ были в ливрее. Да, там в НИИ были евреи. Чтобы вы не тратили время, я приготовил список мыслей для аннотации. Да, это вы немножко поторопились. Что, кто-нибудь читал вот это вот? У вас есть какие-то отзывы об этом? Да, вчера прочел жене. А вот и список. Купить мыло, веревку, табуретку. Мыло, веревку, табуретку. Да. Ой, это не то. Это жена написала, что мне надо купить. Это она так шутит. Но зато первый отзыв у вас уже есть. А, кстати, о мыле. Он у меня. А, вот. Смотрите, вот это мой электронный адрес. Угу. На сленге мыло от английского e-mail. Вот скиньте сюда ваш труд. Ну, скажите внукам, они вам объяснят, как это делается. Кстати, о внуках. Знаете, в интернете есть такой знаменитый блогер Old Pepper. А блог — это дневник в интернете. Так у него есть замечательная фраза. Заботьтесь о ваших внуках, потому что... Что-то там... Потому что именно на внуков нам придется оставить наших детей. Точно. Да, а вы откуда знаете? Так Old Pepper – это мой ник в инете. Можете меня зафрендить, а как прочитаете, бросьте в коммент на мой блог ЖЖ. Или скиньте на стенку в Facebook. Или хотя бы твитните. Только пишите по делу, без автопика. Что? Ну, это просто. Офтопик – это когда в топик постишь не по топику. Охренеть. Так вы что? Так вы и есть тот самый знаменитый Old Pepper. Елки-палки. Так а вот это вам зачем тогда? А вот про это у меня в книжке есть мысль. После человека должно остаться что-то еще, кроме жесткого диска. Old Pepper – это сокращенно от Old Pepper Box. С английского – старая перечница. А для друзей я просто... Старпер. И для вас теперь старпер.